Ну что же, всем привет, с вами я, Никита Стар, и сегодня будет обзор на батлпак по LEGO Star Wars под артикул 75206, батлпак с клонами и джедаеви. Ну что ж, давайте как обычно приступим к инструкции, коробки у меня, к сожалению, нет. Да. Давайте же начнем с инструкции. Ам... Сначала инструкция по сборке, как это собирается, потом идет сама инструкция. Собираем, 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 еще собираем, еще, еще собираем. И заканчиваем на 29 страницах, да, очень их мало. Давайте поверну Рекламка с Кайл Реном, перечень деталек и выиграй наборчик Лего. Ну что ж, давайте не будем долго задерживаться и приступим к нашей первой мини-фигурке. Ну что же, нашей первой мини-фигуркой в нашем обзоре будет Ки Анди Мунди. Это первая минифигурка, фигурка которая ну, будет по фильму, да. Вроде как, если точно я не ошибаюсь. Также была предыдущая версия по воинам Кону здесь вот будет, да. Ну, у этой версии ничем не отличается от той вроде как. Ну, давайте же ее рассмотрим. Есть принц Перина, тыщий спереди на ногах и сзади. Вооружен он Синим световым мечом. Подожди, пониже ярко сделаю, а то чересчур ярко, да. Вот такая вот у него голова. С глазками и бровями, и бородой, да. И также вот такая вот прекрасная деталька. Видит этот верхней часть его головы. Вот. Фигурка сделана очень хорошо. Мне она нравится, да. Вы скажете, ну, и что, Кианди Монди? Но все-таки. Собирать джедаев это очень хорошо, да, и эта фигурка очень прекрасная. Что в своем обличии, что с принтами, что с вооружением, что с самой с собой, да. Так что первая фигурка была, Киан Мунди, но мы с вами приступаем ко второй. Нашей второй мини-фигуркой на сегодня будет Барри Софи. Учитель. Э, ученица. Я не помню, как его учитель зовут, по-моему не очень-то сильно помню, но это ученица, вот эта вот учительница, вот она высветится, да. Была также и прошлая версия, да. Вот. Ну, давайте же рассмотрим саму фигурку. Есть, в принципе, ординатующие и сзади. Ноги, как вы могли заметить, что я даже сам очень сильно удивился, сделаны в форме вот такого вот кусочка лего. То есть это ее такое вот платье. Знаете, конечно же, лучше бы не положили все-таки ноги, да, но платье вроде как тоже ничего. Плащ у нее, как обычно, вот такой вот фиолетовенький, да, такой вот темненький. И капюшон. Также есть два выражения лица. Одно вот такое вот добренькое и одно такое злое, готовое убить дроидов. Вружина синим световым мечом, да. Очень прекрасная фигурка, пополнит же мою коллекцию. Ну, эти фигурки мы заканчиваем и переходим к последним мини-фигуркам. Ну и нашими двумя последними фигурками, да, 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 да не послышались именно, Ой, именно двумя. А это клоны, да, два новых клона. Скажу почему. Во-первых, у них принты стали как-то вроде ярче, да. У них во-первых, в принципе, на за один и на ногах. Да, вот прошлая версия, на которой нет принта на ног. Это первая новая мифигурка Кона второй фазы брони по фильму. Да, то есть первая фаза брони по второму эпизоду, да. Очень прекрасное лицо у них также, как обычно. Очень прекрасная минифигурка очень классная, мне она очень нравится. Ну, конечно, вооружены фенвластеры, которыми стреляют пинами сейчас. Ну, вот это у меня улетел. Вот. Фигурка очень классная, но мы не будем на ней долго задерживаться. И мы к вами переходим к набору. Самый себя набор представляет вот такой вот транспорт. Вот такой вот красивый, типа ганшипа, да. Вот ганшип. В фильме, конечно же, его не было. Да, это просто самоделка наших леговцев, да. Но давайте же разберем ее поподробнее. Есть вот такие вот два крыла, которые как раз таки напоминают, напоминают ганшип. Они могут быть вот так вот в любой форме. Ой, отломилась. сейчас. Они могут быть в любой форме. Это пушечки, как вы могли заметить. И сзади вот типа моторы что-то, да. Сюда вперед мы можем посадить как раз таки нашего клона. Сажаем, конечно, пульта управления, как обычно, нету. И, конечно же, его защитит вот это стекло. Стекло, конечно, очень классно, но я думаю, оно не защитит. К примеру, вот. Ситх. О, а тут стекло. А здесь нет стекла. Да, также есть пушки в виде пинов. Опа! Видите? Видите? Не сработало. То есть сработало, но Ой, очень трудно. Да, они очень тяжело вставляются, потому что очень давнейший набор. Очень давнейший. Вот. Сам наборчик очень классный, думаю, что он пополнит нашу коллекцию, про него больше нечего сказать, кроме того, что если накупите таких наборчиков около, не знаю, 10, то у вас будет, конечно, 20 клонов, но при этом будет 10 Кэнди Мунди и 10 Барри Софи. Да, я понимаю, вам ну, вот, некоторые нужны вот такие новые клоны. И потом вы думаете, ну и что, когда мне их тратить? Потому что все сейчас будут такие наборы покупать, ну, в данный момент уже таких наборов нет. Да, на данный момент, ну, в то время, когда они были, можно было. Вот сейчас можно вот эти фигурки как раз-таки продавать. Вот, те, кто не успели купить, или те, кто потерял, не знаю, их вот. Так что хоть и такой маленький обзорчик очень получился. Мне очень он нравится этот набор, да. Ну, обзор очень маленький, извините, просто сам наборчик из себя ничего интересного не представляет. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был я, Никита Стар. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, также не забывайте писать комментарии и не пропускайте моих новых видео. Да прибудет с вами сила!